дорогие друзья! Всем привет от Диты из Канады! Сегодня я к вам с новым видео, видео-примерок, вернее, показ, я не знаю, назовите это как хотите. Я вам буду показывать свои любимые летние платья. Весенние, летние, ну, я не знаю точно, как их характеризовать, но в любом случае это платье на теплую погоду. А это платье, которое я, безусловно, буду носить этим летом и этой весной. Вот, например, сегодня у нас где-то 16 градусов. Вполне можно носить вот такое платье, которое сейчас на мне, с длинным рукавом. Бывают очень жаркие дни, бывают похолоднее, что надо что-то сверху накинуть. Но, в принципе, все платья более или менее на теплую погоду, на теплую весну, на такое прохладное лето, скажем так, и не только. Есть, в общем-то, платье без рукава, но довольно жаркое лето. Все эти платья были куплены мной в магазинах Uniqlo, H&M и Zara, то есть масс-маркет. Вы знаете, как я люблю масс-маркет, и вы знаете, что большинство моей одежды оттуда. Я не буду, так сказать, кривить душой, это правда, и я, честно говоря, совершенно не вижу никакой в этом проблемы, потому что в масс-маркет можно сейчас купить платье с очень хорошего состава, натуральных тканей прекрасных, например. Вот я вам сейчас покажу одно из моих платьев. Вот это вот платье, например, платье из Зары. Это платье из чистой льна, чистый лен. Я его очень люблю. Во-первых, по причине того, что оно прекрасного, необыкновенного голубого цвета. Во-вторых, потому что это лен. Но, в принципе, это как бы и достоинство, и недостаток. Потому что, с одной стороны, льняное платье, в нем не жарко летом, очень хорошо, все прекрасно. С другой стороны, оно страшно-страшно мнется. И это уже как бы, так сказать, проблема, но что делать? Льняные платья мнутся, мы все знаем, и как бы с этим ничего не поделаешь. Еще одно платье из Зары, которое тоже, в принципе, сделано лен и вискоза. Его состав достаточно хороший, и, в принципе, в нем совершенно не жарко летом. Я потом все их вам покажу, все их вам продемонстрирую. Сейчас я так как бы выборочно показываю то, что я хочу вам показать. Просто я хочу вам показать, что масс-маркет не означает плохого качества, и не означает синтетика, и не означает плохие ткани. Вот это вот лен с вискозой, например. Да, очень-очень актуальный фасон под зебру, вернее, расцветкой. И фасон тоже, вы вскоре это увидите. Вот это вот платье из Uniqlo, ой, отсвечивает, вот так вот мы его покажем. Платье из Uniqlo, которое я люблю и нежно обожаю. Люблю его за то, что оно, видите, оно совершенно вот такое вот прямое, как бы платье-мешок. У него есть карманы, и оно, кстати, сделано из хлопка. И за что я его люблю? За то, что оно совершенно свободное, низковое движение. Его можно носить куда угодно, как угодно, с чем угодно. Его можно носить с поясом. Я, кстати, часто это делаю. Но вот сегодня я примерю его без пояса, чтобы вы поняли, как мне может быть в нем удобно и как в нем может быть легко. Оно с коротким рукавом, оно очень легкое. Я могу его носить просто в магазин, например, за продуктами или на встречу с подругами, если украсить его аксессуарами, надеть каблучок, надеть пояс. В принципе, очень даже интересная расцветка, интересное платье. В общем-то, очень его люблю. Еще одно платье из Uniqlo, которое я вам хотела показать. Может быть, я вам его уже показывала. Это из коллаборации Inés de la Frisange. Я купила его в прошлом году. Коричневое платье в маленький-маленький горошек, маленькую точечку. Оно не хлопчатобумажное, это синтетика. Но оно такое легкое и воздушное, и совершенно-совершенно не жаркое. Я могу его носить и носила его в самую что ни на есть неимоверную жару. И мне в нем никогда не было жарко. Так что вот то, что вот синтетику совершенно невозможно носить летом, я как бы не совсем согласна с этим постулатом. Я совершенно спокойно ношу синтетические платья летом. Во-первых, ну вот если честно, я как бы особо не страдаю от жары. Я в принципе не страдаю от жары, это во-первых. А во-вторых, все зависит от фасона и все зависит от синтетики. Синтетика синтетики рознь. И вот это вот платье, например, прекрасно носится в самую что ни на есть жару, и мне в нем никогда не было жарко. Еще несколько платьев. Вот это платье, например, из Зары, тоже 100% вискоза, тоже очень его люблю. Платье-парашют из H&M. Бесподобной совершенно расцветки, такой гортензия сирень, очень-очень актуального сиреневого цвета, тоже очень его люблю, тоже чисто 100% вискоза, свободное, широкое, просторное платье, очень-очень-очень хорошо носится в жару, прекрасно ощущаю себя в нем, абсолютно мне в нем не жарко никогда не бывает. Вот это платье из Зары тоже очень люблю, это платье-халат.
Оно, по-моему, вискоза с какой-то синтетикой, точно сейчас не скажу, но оно тоже очень легкое, оно такое легкое, тонкое. У него такой 3/4 рукав, и вот эта вот расцветка мне очень нравится, бесподобная, знаете, большие крупные листья. Очень красивая, очень освежающая, очень такое, знаете, летнее, но в то же время, в принципе, у него такой рукав, что его можно наносить не на самую жаркую жару, а, в принципе, тогда, когда в общем-то, не очень жарко. Обошлось, конечно, платье в без платья в горошек, очередном платье в горошек. Оно тоже, у него тоже 3/4 рукав. Это тоже вискоза, 100%. Хотя оно на вид не такое уж и тонкое. В принципе, оно довольно какое-то плотное такое выглядит. Но на самом деле это вискоза. В нем совершенно не жарко. Я себя очень хорошо в нем чувствую. И очень его люблю, потому что тоже оно очень универсальное. Тоже покажу вам. Ну и безусловно, безусловно, то платье, в котором я сейчас стою, это платье из H&M. Это синтетика. Не могу сказать, что я ношу его на сильную жару. Нет, потому что оно, ну, в общем-то, на жару в нем жарко, у него длинный рукав, и оно синтетическое. Но мне очень нравится его рисунок, такой необычный, такой немножко, знаете, какая-то такая вот вроде бы узлы, вроде бы и ремни, вроде бы... В общем, непонятно что, психоделическая такая расцветочка. Но нравится оно мне, оно интересно смотрится, необычно, как так дорого, я бы сказала, дороже, чем то, что оно стоило. А стоило, ну, там, $20, я его покупала в H&M. Вот, все, теперь давайте смотреть, просто буду вам показывать, просто на себе буду примерять и показывать вам, как это все выглядит на мне. Приятного просмотра, люблю, целую, ваша Дита.
надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы оценили мои старания и мои переодевалки, и мои усилия, которые я затратила, чтобы снять это видео. Очень буду рада встретиться с вами в комментариях, напишите, что вам понравилось больше, что вам понравилось меньше. Носили ли бы вы такие платья? Очень буду ждать встречи с вами и до новых встреч. На сегодня все. Пока-пока, люблю, целую, привет из Канады.